Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии пятого тура российской премьер-лиги Уфа против Зенита. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на этот матч, как вы считаете, с каким счетом он завершится и кто победит, ну а позже мы узнаем, каким же результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, ну и давайте начинать. С центра поля начинают хозяева, Уфа, поехали. У нас 4-я минута, Зенит идет в атаку, подача, удар Артема Дзюбы и мяч проходит рядом со штангой. Первый опасный момент в исполнении гостей, здесь довольно легко дали Ерохину пройти по флангу и он без особых препятствий сделал подачу, ну а Дзюбе просто не хватило точности. И снова Ерохин, он уже залетает в штрафную, передача на Караваева. Снова Ерохин, розыгрыш на коротке, Караваев. А дойдет ли дело до удара? Нет, здесь перехватывают соперники мяч, и тут же Уфа устремляется в контрвыпад. Заброс на Ерохина, удар по воротам и 1-0. Александр Ерохин на 22-й минуте открывает счет в этом матче. Артем Дзюба отыгрывает на Вендела, тот видит забегание Ерохина, делает пас за шиворот защите, и Ерохин, подработав, мяч посылает его в створ. 1-0, 22-я минута. Еще одна подача, Артем Дзюба, и 2-0. Спустя буквально пару минут Зенит увеличивает свое превосходство, Артем Дзюба забивает на 27-й, и пока Уфа ничем не может ответить. Дуглас Сантос, подача с левого фланга, Артем Дзюба выпрыгивает выше защитника и переправляет мяч головой в ворота. Это 2-0 в первые полчаса. А вот неплохой выход Уфы, дойдет ли дело до удара? Нет, успевает Ловтрон сдержать соперника, и Зенит идет в контратаку. Азмун, передача на Дзюбу, и еще один мяч в воротах. 34-я минута, 3-0. Да, что-то совсем расслабилась оборона Уфы, и Зенит забивает третий гол до перерыва. Но здесь поборолся Азмун, выскочил. Казалось бы, один на один сделал передачу, мяч отрикошетил от защитника, и Дзюба расстрелял ворота Уфы. Еще одна подача, и здесь уже Сердар Азмун выскакивал, пробивал на опережение, но не попал в створ. У нас начинаются вторые 45 минут, прогноза на матч Уфа-Зенит, и пока гости выигрывают в нашем прогнозе 3-0. Еще одна подача, Дзюба, скидка, Азмун, удар, мяч рикошетит от голкипера в штангу, но не залетает в ворота. 61-я минута, Уфа идет в атаку по правому флангу, пошла подача в штрафную, но здесь никого. Еще одна подача, снова Уфа пыталась пробить, но пока... Защитники «Зенита» играют на вынос. Еще один пас в штрафную. Пока до удара дело не доходит. Но Уфа уже поагрессивнее идет вперед. И вот прошел удар, но он оказался неточным. Чуть-чуть бы точности этому удару. И, возможно, это было бы куда опаснее. Еще один момент Уфы. Еще один удар по воротам. И в последние минуты Уфа очень активно идет вперед. Но пока не может забить. У нас идут последние минуты этого матча. Сейчас мы посмотрим, сколько добавит главный арбитр. Я не думаю, что много особых остановок не было. И счет сохраняется за первым таймом. 3-0. Зенит выигрывает. Вы, друзья, пишите свои прогнозы в комментариях. Поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока.